Значит, Нет. Да, с какими? Сколько стоит шашлык, чтобы покушать в Баку? В всех одно место, два парня сидят, два делают это жирно, да. хорошо курок, да. свежее мясо, шашлык, два вот это, да. сыр, один тарелка, салаты, помидоры, огурцы, один бутылка 0,5 минеральная вода, хлеб полностью 9 или 10 манат. 10 манат это 10 долларов. Пошли. 10 долларов. Больше не делают. Нормально кушать два люди выходят, как надо. Два человека 10 долларов они платят. Даже может два, это 0,5, пиво тоже дают тебе. Некогда место есть, даже дешевле. Только пиво. Это Баку. Баку. Это Баку, который говорят дорого. Но Баку. А мы районы поедем. Районы вообще дешевле. Районы это делают 7 долларов. Районы есть 7 долларов. Вот как, чем ближе Баку, там дорого. Да. Это 10, больше 10 долларов? Не может быть. Самое хорошее место поедешь, кушать 10 долларов. Если от Баку поедешь 200 километров района, там рестораны, этого мы кушать 7. 6 даже доллар дает. Вот это кушать. 6 долларов что такое? 20 долларов кушать. У нас дешевле. Скажи, пожалуйста, вот чай ты сказал. Чайник, вот один большой чайник. Да. 8 стекан находится. Лимоном, ланкаранский лимон, желтый лимоном, да. крепкий, как это раньше, сахара бывает, сахарами 50 копеек, даже два чайника сделать 1 доллар. Да. Да. Люди, вот, люди, которые воевали в Карабахе, да. После войны, после вот, войны, ветераны, первая группа, вторая, третья группа, машины тоже, квартира тоже дают. То есть всем дают? Всем дают. Даже вот это каждый месяц это пенсия тоже дают. Пенсия сколько дают? Пенсия самая низкая 200 евро национальная, то 300-400 евро. Какой класс? Первый больше. То есть это 200 евро достаточно? Третья это группа. Да, третья группа. Да. То есть второй 300 где-то 50, а первая группа вообще 400, даже машины ока. Ака, да. Ака, да, машина, да. даже двух-третью комната дают, везде хама. То есть это 200 долларов минимальный? Каждый месяц дают. Это хватит покушать семью тоже? Нормально живет, дом даже, это коммунально не дают, свет, газ, вода, ничего не дают. Не дают, ничего только, не платят? Только один год, после это, с Новым годом бумаг дают. Да. Потом воябали, да. бизнес, и все, бумаг да, дают, да. все. Никакой ничего не дают. Коммунала ничего не дают. Деньги. То есть Азербайджан своих ветеранов да, очень ветераны. Хорошо смотрит. Даже беженцы, не ветераны, беженцы сколько есть, они квартира, ничего не дают. Хлеб не купят. Подожди, кушают. Ты беженец из Агдама? Да, Агдама. Тебе да. дают все? Меня, я тоже ветеран, если я не ветеран не был, не воевал. Каждый человек 20 евро семья, каждый одна. 20 евро это хлеб да? Хлеб не кушают. Ага, да. Каждый месяц. Даже через два месяца это помощь, мука, макароны, везде. Последнее время мало да. дают, деньги больше дают. Свет, газ, вода без проблем. Бесплатно. Не, бесплатно. Клиент с хлебом. Клиент неплохая. Люди говорят, так что я все равно не даю. Сколько? 93 года. Это из Агдама я вышел семья. Туда продукты дают, деньги дают. Тебе квартиру дали? Квартиру тоже. Да, квартиру, да. Квартиру тебе. Двухкомнатная дали. Двухкомнатная, это квартира или дом? Новый, ремонтный, евроремонт дали. Все. Я не сказал, где там Баку. Баку, районы, везде. Да, нет, главное, что у них есть дом. Дом есть. Раньше мало было. Раньше как там люди много было. Потихоньку сделали. Почти сейчас 10% осталось общителя или школы, они же выходят. Через год не будет никто, все там дом будет. Мало осталось. И один год ветераны, вот, дети вот пусть этих ветеранов. Пусть никто не воевали, все равно одинаково смотрят. А вот чтобы институты учиться туда-сюда, это все даже бесплатно, есть, да? Например, бесплатно тоже. Скидка есть, да, кого-то. Да, да, да. А если у него отец умерла, война, да. или, то, конечно, бесплатно. Ага. Деньги не дают. А, вот. Да, конечно, есть, а у нас Ты скажи, вот свет, газ и вода свет, вот это. Газ, вода из Нагорного Карабаха. Кто беженцы вообще не дает, даже потом
например, молодое, другое место, как это родился. Родился, даже он, у него отец, мать, если из Нагорного Карабаха, он тоже не платит. Газ, вода, это... Ничего не платит? Не платит государство. Бумаг только, один год бумаг платит. Да.